Как часто в суете повседневной жизни мы забываем о том, что действительно важно. Любовь, красота, гармония. Но начинаешь слушать себя и понимаешь, что так быть не должно. Этот мир полон красоты, чудес и возможностей. Стоит только позволить себе наслаждаться радостью каждого утра, чувственностью собственного тела, взаимным уважением и нежностью со своим мужчиной, уверенностью и внутренним спокойствием. Пустить в свою жизнь забытые желания и мечты и, наконец, разрешить им сбываться. Когда живешь в потоке, появляется уверенность, что все возможно. Марафон позволил мне увидеть новые, яркие краски своей жизни. Я занимаюсь дизайном интерьера, и, конечно, радость и вдохновение очень важны для меня. Умение слышать детский смех, ощущать пространство на уровне эмоций. Разрешить себе оставаться маленькой девочкой, верящей в чудеса. Творчество, раскрытие себя, гармония, радость в каждой минуте и возможность давать ее другим. Вот что для меня истинная женственность.